Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников «Повторяй за мной». Сегодняшняя тема – посев петунии на снег. Я обычно всегда сею в землю или в пеленку, но одна женщина попросила показать посев петунии на снег. Я много про него читала. Говорят, что это самый удобный посев петунии. Во-первых, на белом фоне очень хорошо будут видны наши маленькие семенки. Вот видите, семена у петунии очень-очень-очень-очень мелкие, как пыль. И когда мы сеем на простую землю, вот у нас здесь стоит простая земля, конечно, они не видно, густо, не густо. При посеве на снег можно распределить равномернее. Посев очень простой, так же, как на землю. Просто берем и сеем. Только здесь, видите, мне видно, куда я насыпала, а куда я еще не сыпала. И потом те места, где мы видим, что нам больше, чем надо, мы насыпали, мы просто можем зубочисткой или спичкой поправить все это. Вот прекрасно все видно, видите, их можно распределить прям равномерненько. Я посеяла не очень густо, чтобы они подольше смогли здесь сидеть. Дело в том, что когда снег будет таять, он понемногу вовлечет за собой семена петунии в землю, в верхний слой. И она там будет прекрасно прорастать. Условия хранения такие же. Также мы ее закрываем. Ставим на окно там или куда-то на стеллаж и ждем, пока она, ну, она там также проветривать, также, когда взойдут всходы, помаленьку закаливать и открывать. Вот видите, вот эта петуния уже открытая, она 10 января сеяна, прекрасные толстые такие зеленые росточки, они у меня не вытянутые, здоровая, хорошая рассада, у меня они стоят под лампой. Будем надеяться, что и посев на снег тоже нас не разочарует. Следующий способ посева будет посев в пеленку. Это посев вообще без грунта, на туалетную бумагу. Все, пока. Смотрите следующие выпуски.